Подобные экскурсии в регионе проводят все-таки очень редко и узкий круг людей. Впрочем, гидов самих по себе не так уж и много. Если вы относите себя к ним, следующая информация как раз для вас. В Иркутске пройдет образовательный проект. Он называется «Школа гидов» и состоится 29 марта в рамках туристической выставки. Такое мероприятие в столице региона проводят второй год подряд. В этот раз участники обсудят наиболее актуальные вопросы деятельности экскурсоводов, переводчиков и инструкторов-проводников. Основное время планируется уделить правилам оказания первой помощи, в том числе психологической. Ведь бывает, что в походах происходят несчастные случаи, и путешественники получают травмы. Поэтому важно научиться сохранять спокойствие и без паники помогать пострадавшему до прибытия медиков. Кроме того, на занятиях рассмотрят проблемы регистрации тургрупп при выходе на маршруты повышенной опасности. Не останутся без внимания и правовые последствия работы без государственной регистрации. Участие в школе гидов бесплатное, но нужна предварительная запись.